Если ты сейчас находишься в России и не понимаешь, что происходит, все очень просто. Путин проиграл войну в Украине и сейчас собирается лично тебя отправить туда напоследок, как пушечное мясо. В общем-то, выбор за тобой. Для многих людей не то, что ипотека, они досрочно закроют ипотеку, если они поступят по контракту, потому что оплата более чем достойная. И все, кто пойдут, те узнают. Возможность доказать, что ты мужчина, что ты русский мужик, тебе дал президент такой шанс пойти и доказать это. Кто мешал или что мешало проявить свои мужские качества до выступления президента? Знаете, либо добровольцы. Тема серьезная, я не хотел бы сегодня шутить, но вот эпоха айфонно-соевых куколдов проходит. Хороший русский – это мертвый русский, а любой другой русский – это плохой русский. Геннадий Зюганов, главный коммунист России, опять пришел на работу без таблеток. Мне думается, что у каждого поколения, может быть, не только 41-й год, но у каждого поколения нашего должна быть обязательно и победа 45-м. Я обещал вам, что мы победим! Мы победили! Путину давно советовали или завязывать с так называемой операцией, или уже объявлять войну и мобилизацию. Он решил найти что-то среднее. Почему? Есть версия российского политолога. Кажется, что это было следствие крайне неудачного визита в Самарканд, среди всего прочего, и до этого еще менее удачных наших военных действий на Харьковском направлении, скажем так. Комбинация этих двух событий, то есть, с одной стороны, военных неудач, с другой стороны, какого-то явного и, видимо, неявного неуважения, которое было продемонстрировано азиатскими партнерами на Самаркандском форуме ШОС, привели, видимо, к тому, что, вернувшись, президент с большим вниманием стал смотреть на те папочки, которые давно уже лежали у него на столе. Вы же понимаете, что это не импровизированное какое-то решение, это не какой-то новый план. Это прежний план, который обсуждался, в общем, с самого февраля. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются. У страха глаза велики. Это подтверждает российская пропагандистка Скобеева, которая дописывает Нали в численности личного состава ВСУ. Раньше министр обороны Украины Алексей Резников говорил о том, что всего во всех оборонных ведомствах Украины служит около 1 000 000 людей, включая штабных сотрудников, спасателей и так далее. Но российская армия же не может проигрывать безоружным МЧСникам. Если мы, Жень, говорим про 300 тысяч мобилизованных, то как выглядит украинская армия, какому количеству украинских солдат мы сейчас противостоим, сколько их там, 1 000 000, 1,5 миллиона, а также американский генерал Петреус говорит, что после харьковского контрнаступления выдохлась украинская армия, исходим из того, что врут, пытаются нас расслабить. Все, теперь не так позорно. Это ж профессиональные натовские военные. Несколько миллионов. На Украине новый рассвет фашистского ренессанса. В эфир российского федерального канала «Россия-1» внезапно прорвалась правда. Пропагандистка Ольга Скобеева вдруг решила признать, что никакой организованной перегруппировки российских войск в Харьковской области на самом деле не было. А был просто позорный разгром, который случился потому, что украинская армия получила новейшее вооружение и стала воевать лучше российской армии. После того, как очередной эксперт в студии принялся в очередной раз рассказывать, что западное оружие неэффективно, Скобеева прервала его и заявила, что это неправда. Западное оружие эффективно. И оно позволяет Украине добиваться реальных побед. Я не знаю, вы как хотите. Нас народ смотрит, мы к нему это должны относиться математика. Уважительно. Они ждут от нас правды. Оружие у американцев нормальное. Блок североатлантический сильный. Навалились они на нас всем западным миром. Да. Там полно специалистов. У этих специалистов отлично получилось сработать в Харьковской области. Не надо говорить, что оружие так себе. Не надо рассуждать на тему того, что американские хаймерсы не представляют угрозы.
представляю. Скобеева, которая призывает говорить правду, это как Мэрилин Мэнсон, который призывает ходить в церковь. Потому что слова Скобеева и правда противоположны по значению. И если Скобеева так говорит, то это происходит вовсе не потому, что в ней проснулась совесть, а потому что ей такую задачу поставило ее начальство. Ведь в последнее время российская пропаганда принялась продвигать вот этот нарратив о том, что Россия воюет на самом деле не с Украиной, а с НАТО, со всем коллективным Западом. Ну, потому что проигрывать Украине им стыдно. Они не могут признать, что они проигрывают соседнему государству, которое считалось намного слабее. А проиграть всему блоку НАТО уже, в общем-то, не так и позорно. Поэтому Россия специально проделывает этот трюк, утверждает, что она воюет против всего блока НАТО, потому что это позволяет уже не Украину считать заведомо слабейшей стороной этого конфликта, а Россию. Разумеется, на самом деле НАТО никакого участия в войне с Россией не принимает. Если бы это было так, российская армия давно уже была бы разгромлена и бежала бы куда-нибудь в район Саратова. То оружие, которое НАТО поставляет Украине, безусловно, конечно, помогает. Но, во-первых, эти поставки начались не сразу. Сначала Украина била Россию своими силами, причем делала это под Киевом довольно успешно. А во-вторых, того вооружения, которое поставлено в Украину натовскими странами, оно, конечно, очень помогает, но его недостаточно. То есть натовцы не поставляют, например, современную авиацию, не поставляют современные танки, не поставляют ракеты. Но даже несмотря на это, несмотря на то, что Украина по-прежнему воюет в основном преимущественно с советским вооружением и советской техникой, тем не менее Украина успешно противостоит России. Но понятное дело, что теперь Кремль и дальше будет продвигать эти тезисы о том, что он воюет не с Украиной, а с НАТО, потому что для него это очень удобно. Таким образом, можно оправдать любые провалы и поражения на фронте. Мол, противник слишком силен, против нас весь мир. Ну а кроме того, можно оправдать и мобилизацию в России, если российское правительство на нее все же решится. Правда, после того, как Скобеева нахваливала американское оружие, признавала его эффективность, желающих пойти на фронт в России будет еще меньше, чем сейчас. В любом случае, мы можем наблюдать радикальную смену риторики российских пропагандистов. Если раньше они утверждали, что захватят Украину за 3 дня, то теперь в основном объясняют, почему это не получилось. Если раньше они рассказывали, что Украина никому не нужна, Запад не будет за Украину заступаться, там заокеанские хозяева сдадут Украину, то теперь они вынуждены признавать, что это не так. Такая радикальная смена риторики означает, что Путин ничего не может сделать с Украиной. Россия реально обломала зубы. Она не способна реализовать те задачи, которые она перед собой ставила. И теперь Кремль ищет оправдание своим провалам. Поделитесь этим видео, друзья, и обязательно подпишитесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас происходит в Украине.